забрала Михаля от Ашера, и Михаль стал возмущаться. Привет. Пузи, блин, он уже так долго лежит на пузике у нас. Умничка, сейчас, наверное, перевернется на бочок. Люшенька у нас. Платье из Германии, год назад, которое брали. Оно уже ей не совсем маленькое, но уже ближе к маленькому становится. Прическу я сегодня ей делала сама. Вчера я ее тоже делала. В моей голове она выглядела намного симпатичнее, эта прическа, чем то, что я смогла воплотить в реальной жизни. Чему сладкий, да как он на Люшу смотрит. Да как он Люшу любит. Ему надо купить эти нагруднички. Всем доброе утро, кстати, я не сказала доброе утро. Я хочу покушать, потому что Ашер хочет через часик уже выдвигаться на улицу, куда именно он хочет, он мне не говорит. Так что я решила покушать. Я хочу позавтракать вот таким сегодня делом. Дана Блу, безумно вкусный. Вчера я попробовала его 20 грамм кусочек и посмотрела на реакцию Михаила. Тьфу-тьфу-тьфу, ни животик его не беспокоил, ни аллергической реакции я не наблюдала. Буду впервые пробовать этот вкус. Это вкус с кусочками персика. И, конечно же, мой а-ля собачий корм, который я постоянно люблю кушать. Ко мне капризная Люша прибежала. Люша сегодня капризная. Я хочу ей волосы обрезать. На днях у меня уже есть очередь к мастеру. Обрежу все сухие кончики, потому что они очень сильно спутываются. Ей больно их расчесывать. Желе очень клевое. Поставила сейчас все баночки в холодильник. Когда они холодные, они намного вкуснее, еще вкуснее. Ну так классно, сладенькое такое. Кусочки персика у меня здесь. Ждем, пока у нас Саша раскупается, и потом уже сможем пойти. Хотя мне надо еще Люшу покормить, будет снеком. Хочу показать, сегодня у меня будет такой лук. Такая кофта у меня мужского типа, темно-синего. Это у Саши там телефон играет. Шорты и рубашка. Майка, наверное, ее можно назвать. И холодно сейчас дома, я выпила горячий... Я выпила холодного 7-Up. Паша сказала, что мы едем в Натанию. Не знаю зачем. Мне нужно заехать в Суперфарм. Я уже рассказывала, чтобы купить чубчики для малыша вот сюда на шейку. И у меня для Люши кое-что есть, но я сейчас ей этого не дам. Но я покажу вам. Она сзади, она может увидеть. Вот сюда складывать. Потом чупа-чупс. Ой, блин, я сказала это слово. Дырочку Ашер сделал, когда Люша его покушает. Она просто его за раз не съедает, пока что. И несколько раз надо, чтобы всю конфетку съесть. Люшенька, да, Ашер, здесь очень красивые виды, мы проезжаем. Кибуцы. Мы двигаемся в Натанию сейчас, погода приятная. Термометр показывает 25 градусов сейчас. Немножко прохлада на улице, прохлада есть, потому что нету солнца, есть облака. У нас машина грязная, потому что вчера был дождь. Мы плавно переместились в Кинг Джордж опять. Я успела сходить в Супер Фарм и взять кое-что для малыша. Ну, это в качестве перекуса просто подается здесь. Аперитив перед нормальной едой. Солененькое такое, называется хамуцы. Принесли первое блюдо, Ашер уже начал его кушать. Это у нас баклажан на гриле с тхиной. Это хумус и тхина. А это пита, лепешки. Ашер попросил меня сразу сыр съесть. Я очень люблю сыр. Капуста цветная. Одно и то же взяли с Ашером. Шницели. Мы, как всегда, объелись дико. И Ашер хочет дезерт теперь. В виде мороженки в Макдональдсе. Михаил у нас спит на мне, сидит вот здесь. У Люши очень хорошая память. Она уже помнит, что здесь ее вот эта каруселька находится. Лошадка. Ашер хочет мороженое, которое из Макдональдса. А я хочу мороженое, которое как кон. Как конус. По-русски называется рожок. Такое мороженое. Я хочу такой. Это ходит май, на кольбе седа. Нахон. У нас, Люша, одна мороженка на двоих. А мороженку Ашера она не хочет ни в какую, кричит. Мороженка у Люши. Вкусно. Зашла в Фокс, сейчас взяла для Люши два платьишка.
очень милых. Отправила со своей миссии на 5 с плюсом и принесла для нас. Ашер отказался, а я не против. Леша отрубилась, кушала свое мороженое. В этой больнице, или в Яфе, родились наши детки. В этой же больнице родился Ашер. В этой же больнице родились все его братья и сестры. Ах, или в Яфе. Скучаем, скучаем. Тут отдыхаем, сидим в Кесарии. Все-таки добрались до сюда. Люша у нас успела поспать. Ашер у нас сейчас отдыхает. Люша проснулась. Михаилушки покушал. У нас все хорошо. Там ворона вот эта на мусорке, она украла там чипс вот эти. У ребят, которые купаются сейчас в воде. Мы только что зашли домой, очень классно провели время. Буквально через 3 часа нам предстоит поехать к моим свекрам на ужин. А пока что мы дома, я хочу сейчас покормить Люшу. Я купила вот такие нагруднички в суперфарме, 2 штучки, на пробу, потому что не знаю, вдруг не понравится. Красавица, леди. Вот еще такую бандану я взяла для Михаила, вторую. Они мне нравятся, я скорее всего еще возьму, может быть Фокси. Из Фокса вот такие мы с Люшей платьица выбрали. Там еще было розовое, но я остановилась на этих двух. Вспоминаю свои беременные месяцы. Надела на себя комбинезон, сегодня пойду в нем. Очень-очень удобно, очень-очень просторно в нем. Пойдем сейчас на ужин. Впервые пробую шоколадку Тублерон. Сейчас 22:35 времени, и детки хотят спать, мы с Ашером тоже хотим спать. Поэтому я прощаюсь с вами, всем спокойной ночи и до следующего влога.